Ой, живот урчит. Чувствую, что что-то тупит. О, итак, всем привет! Сегодня мы гонщики. Мы гоняем хилл, клаймб, рейсинг. Будем взбираться на холмы на крутых тачках. И это я скоро открою монстр трак. Вот этот за 40 тысяч? Ну давай. Сейчас ты на чем? На багги? Да. Ну давай. Сколько я еще денег? Был на этом мотоцикле, не на вот этом багги, это на автобусе. Медленные. Они вообще, наверное, не... На байке. На байке даже. А первым на джипе. На джипике. А скоро будет монстр трак. Ну давай, зарабатывать кучу денег и покупать монстр трак. Багги для песка. Ну давай. Я думаю... А мы едем не на песке. Не на песке. Я думаю, что мы сейчас быстро заработаем 3000, сколько там тебе не хватает. 3000. Ой, кто-то тебя обгоняет. Нью драйвер какой-то тебя обгоняет. Из Америки, прикинь. Ну ты молодец, пока держишься. Давай, давай, давай. Отлично, но он все равно первый. Давай, 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 давай. Это потому, что у него есть мотор и газ. Давай, давай, давай. Ну ты хорошо держишь. У него там аж огонь горит. Он первый. А сколько тебе денег дали, а? Ну, не знаю. Пока что не дали. Ничего не дали за игру? Пока что. Ха, какие? А должны были бы дать? Окей. Так, вторая гонка. Трасса другая уже? Нет. Какая же? Три раза или четыре одна и та же трасса и не дают денег. Ага, а потом меняется и дают деньги, да? Да. Так, ну ты new driver, ты впереди. Нет, 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 опять этот, который огнем стреляет впереди. Ты его обогнал! Причем конкретно! Он там, похоже, хотел перевернуться, и ты реально круто! Обалдеть! Так, два раза ездим хорошо, один раз даже первое место. У тебя пять чего-то там. А, нет, это я один раз выиграл совсем. Угу. И один раз второй место. Окей. Поехали снова. Так, как нам заработать 3000 на байк? Крутой. Вау, как этот мотопед перевернулся, сальто сделал. Мотопед! Мотопед круто пошел. Это... Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ну ничего. Мне зато ты бензина набрал. Зато ты бензина нормально набрал. Наверх не получится? Нет. Я просто не хочу наверх. О, там мотоцикл перевернулся. Реально лежал уже гонщик. Просто там плохо. Мистер Макс первый. Круто. Несмотря на то, что они там вперед уходили, ты все равно первый. И один круче, чем я. Один игрок. Угу. Но все равно ты сегодня первый. Ну, в данной гонке. Класс. Итак, плюс 200 денег я тебе так и набрали. 3000 нам еще долго зарабатывать. Я надеюсь, в этой игре мы сможем купить монстр трак. 38! О, уже 38. Осталось 1650. И опять новая гонка и новая трасса. Америка и Италия. Мы соревнуемся. Это у нас чемпионат мира получается по гонкам. Ух ты! Два на джипах. Один на этом автобусе. Ты что, автобус быстрее тебя? Как это так? И автобус самая плохая машина в этой гонке. И она первая. Ага, ну все, ты сделал их. Отлично. И ты опять первый. Молодец. Причем они не такие крутые, как я. Не крутые, ты ж первый пришел. Потому что у меня две звезды золота, а у них одна. Это за количество гонок тебе дают. А у этого автобуса вообще три серебра. У него какая-то вообще там шестеренка. Не, у него хиленькая тачка, машина 90-х. Так, Но на этой тачке босс, так что это круто пройти это. Ну, хорошо, проходим. И если получить золото, тоже. Идем дальше. Так, получится ли нам сейчас вторую гонку выиграть? Автобус, я заметил, сразу стартует быстрее. Да! Но потом он переворачивается и теряет даже крышу. Но не разбивается. О, тебя все обогнали. Нет, не все. Тот багги.
трое тебя обогнали. Или двое. Двое. А ну, может, получится их догнать? 20. И я. Опять вода. И ты второй. Нормально, нормально. О, у меня 5 и у автобуса. Первое место у тебя. И у автобуса 5. Ага. Пошли. Я тебя обгоню, автобус. Давай. Автобусик хиленький. Он все равно на старте лучше стартует. Но потом... Обгоняет меня. Все, теперь главное аккуратно идти. Очень аккуратно, не переворачиваться, и ты будешь первым. И чтобы немедленно. Ну и немедленно, да, это тоже кто-то догонит. Возьми бензин. Не взял бензин, но ничего страшного, финиш уже скоро. И ты первый, вообще очень круто, даже первый. Ого. Да? Эта карта была с боссом. Где босс? Его сейчас не было, да? Не было. Это раньше было? Раньше. О, у тебя баги для по песку ездить. Так это как раз бездорожье. Твоя дорога. Ты тут должен выиграть. Да, автобус неуклюжий. Он хорошо стартует, но он быстро сдувается. И... Так. Эх, тебя джип загоняет. Какой нехороший. Это потому, что у него питанка. Ага, у него это огонь... Но у меня есть крылья. У него иззада огонь горит. Но у меня есть крылья. И ты можешь летать? Финиш, первая позиция. Очень даже легко. Как мне кажется. У меня уже 11 очков. А сколько денег у тебя? Класс. Плюс 200. 38 900. Осталось 1000 там... Мелочь. Да. 1000 мелочь. 1031 монетка. Итак, 0-0-0-0, мы соревнуемся, два россиянина и один китаец, что ли? Ну да. Ух ты, россиянин выигрывает пока, новый ВАЗ какой-то. Пошел вперед. Новый ВАЗ. Китаец его догоняет, и ты третий. Нет! А, ты четвертый сейчас будешь, третий, пока третий. Надо, чтобы кто-то сделал ошибку, иначе ты пока... Ты четвертый, третий. Четвертый опять. Ты второй. И... Пока второй. Ну, ты круто идешь, первый. Есть, и ты первым завершаешь эту гонку. Личный рекорд даже какой-то тебе там написала. Супер. Молодец. Так. Это было грязное ралли. Это три звезды золота. Это... Самый крутой. Он третий. А этот китаец вообще ни одного очка не взял сейчас. Да. Ух ты. Эпик Кобра вырывается вперед. Новый ВАЗ его догоняет. Новый ВАЗ. ВАЗ Жигули, что ли? Так, мистер Макс, ты пока второй. Пока Василиса, ВАЗ. А ВАЗ еще же, это Жигули, это тоже ВАЗ. Волжский автомобильный завод. Итак, третий пока. На заднем колесе дают четвертый. Йо-йо-йо. Короче, тут ты не заработал ничего. Но пока что на втором. Пока на втором. Пошли, третья гонка. Если я выиграю это, то вас я буду первым. А ну? Не похоже, что-то они какие-то сильно мощные. Это слабенькая машинка, что ли? Нет. А ее прокачивать нельзя, там мощности добавлять. У меня самая крутая, походу. Да ну, вдруг крутая. А прокачивать их нельзя, там добавлять мощности? Прокачивать, мощ... да. А, так она у тебя, наверное, не прокачанная. Просто я... мне больше машину покупать, чем... то есть тебе больше интересно купить этот... Монстр Трак, чем эту прокачивать, да? Да. А, не переворачивай. Вот, все. Ноль. Мистер Макс, плюс. Yes. Как выиграл вас? Посмотрим. Реально надо прокачивать. Надо покупать Monster Truck и прокачивать. Иначе дело не будет. Потерял свою кепку этот китай.
Так тебе и надо, чтобы ты еще колесо потерял и руль. Это невозможно. Итак, второе место. Молодец, пока хорошо. Очень хорошо. Пока. Вот это эпик кобра. Газует. Давай. Молодец. И ты вторым завершаешь гонку. Эпик кобра реально очень круто. Очень круто эпик кобра. Но хотя бы серебро. У нас уже 39,482. Осталось 518 очков денежек, чтобы купить крутейший мотор-трак. А его уже будешь прокачивать? Ну, думаю, да. Ты будешь самым крутым монстр-тракером. Я смотрю, как кто-то автобус гонял, он стопудово прокачан. То был непростой автобус. О, бездорожье. О, вот он, Питер. Бездорожье, это уже нормально. Это твое, да? Баби Бутанка из Польши. А тех не знаю. Баби Хутан. Али, это где-то из Дальнего Востока. Китай. Не знаю. Не-не-не, это где-то вот Ближний Восток. Какие страны, точно я не знаю. И давай, ты четвертый, аж дымом черным бросает, но не едет. Нормально. Итак, четвертый, давай. И четвертый, да? Ага, это ты так финишировал? Да. Прикольно. Вообще обалдеть. Так, сколько у нас денег? Мы не посмотрели. А, деньги будут в конце, да? Да. Когда мы... Я не стартовал. Затыкал вообще, да? Макс что-то замечтался, зараз болтался со мной и не стартанул вовремя. Ну ты их загоняешь нормально. Давай, ты газуй. И... Не так, как в прошлый раз. Ох, отлично! Одного уже обогнали. Вылетел кто-то, пассажир вылетел из автобуса. Меня так все время. Есть, отлично! Ты очень хорошо сейчас сделал. Бэйби Бутан. Но Бэйби Бутан. Автобус непростой, стопудово прокачанный. Итак, мы заканчиваем второй. Есть, очень хорошо. Бэйби Батон. Бэйби Хутан какой-то. Бэйби Батон. Так, идем, новая гонка. Бэйби. Бэйби гонка, что ли? Бэйби Хутан. Бэйби. Его так зовут, наверное. То есть это какой-то мальчик по имени Хутан. Разбился. Третий. Окей. Ух, но я ничего не получаю. На рамки. Ну хоть какую-то пару денег ты получишь за эти гонки? Сколько у нас? 39,808. Один раз мы еще участвуем в каких-то состязаниях. И можно будет идти покупать. Я не верю в это. Монстр-трак. О, зомби! Там зомби где? В автобусе? Зомби за рулем! Давай, зомби за рулем автобуса. Два автобуса у нас. Нового пилота. Что? Он такой же, как я! По этим... По званиям? По наградам? Нет, по машине. А, да, зеленая. И похоже, и скорость у вас одинаковая. То есть у него тоже не прокачано. Нового пилота, новый пилот какой-то. Он даже себя не назвал. С какой стороны? Непонятно. Ну где-то вот они и по-русски говорят, похоже. Нового пилота. Это не Италия, случайно? Новый пилот и мистер Макс первый. Плюс 3. Кубок пустыни, перекати поле. О, у тебя же этот по песку. Да, это пустыня. Давай, снова пилота соревнуйся и посмотрим, кто выиграет. Я думаю, ты тут должен как минимум второй. И... Что у нас? С горочки разгоняемся. Мистер Макс обогнал нового пилота. И давай! Отлично! Первый! Газ! И перелетаем луж газ больше! Yes! Финиш! Yes! Это круто! 6-2-2-2! Отлично! Это ты последнюю гонку уже прошел, не? Я думаю, нет. Гоняемся дальше. И это опять пустыня. Газу! И опять газу! Давай, газюри! Вниз разгоняемся! И перепрыгиваем лужу! Получится! Yes! Но все на четвертый! Что-то как-то они сильно шустрые, эти автобусы! Зомби за рулем! Реально крутые! Зомби за рулем! Yes! Давай! И газу! Газу вниз!
Нет! Отлично! Еще раз гад вниз сейчас. И... второй. Третий. Третий. И что, класс? Денег? 40 тысяч 298! Вот он! 40 тысяч берем. И по 2000 стоит прокачка всякая. То есть можно будет потом потихоньку прокачивать. Супер! Повысить. Ну, повысить у нас пока нечего повышать. Это за рекламу я повысил. Ждем. Дополнительный вес, чтобы колеса крутились, не болтались, не прокручивались. Ну чего, будем выигрывать сейчас у всех? Да. Давай. Ух ты, какой большой. А где твои соперники? Я не вижу. Они все маленькие, их не видно за тобой. Ух, как хорошо. Все самые первые тачки, а я... ух, какая. О, немец какой-то, Neuer Fahrer, потом New Driver. Ой, не знаю откуда. Короче, все дальше незнакомо. Немец какой-то. Все нью-драйверы. Похоже, ты круто едешь. Смотри, ее даже не видно. Да? Монстр Трак. Это Монстр Трак, я вам скажу. И разбился в конце. Тоже разбился. Класс. О, они вообще... да. Серебро это по серебру. У них серебро, у них даже по одной только звездочке. Да. Только один. Так, идем дальше. Интересно, сколько надо гонок, чтобы тебе мотор улучшить? Я думаю, мотор надо улучшать. А то ты не сильно мощный. А и мне нравится. И мне нравится, что я первый. Конечно, не нравится. Мне тоже не нравилось, если меня так обгоняли. Ух, как прикольно. Ой, как прикольно. Мне нравится эта твоя тачка. Не зря ты ее купил. То, что маленькая перед Монстратраком, она вообще 80. 80? Так она должна быть супербыстрая. Монстратрак мне нравится. Он так мягенько идет на этих всех ямах, аж присаживается. Вот сейчас вот здесь. Ох, как он прижимается. И ты перепрыгнул. И это супер. Мне кажется, на баге ты не смог бы так перепрыгнуть. Да. Берем бензинчика и погнали. Ра-та-та-та-та-та-та-та-та. Тебя даже не качает на таких ямах. Это круто. И мне далеко до головы. Далеко до головы. Ох, как прикольно. Ты видел, как его самортизировало? Супер! I like it! Поделиться? А, это твой финиш какой-то. Серьезно, ехал на финиш. 9, 5, 3, 1. Ага, 1! Все новые драйверы. Ты уже не новый, ты уже... ого-го! Погнали новый гонку. Сколько у тебя денег? 827 денег. То есть ты уже 500 денег заработал. Ну что, давай еще одну эту гонку и будем, наверное, заканчивать, а то иначе это видео затянется. Ой, баги! Оно едет баги, на заднем колесе. Баги. Ну перепрыгнешь? Есть, перепрыгнул. Вниз гонка, точнее газу. Ух, какие они все крутые, ты посмотри. И есть, взял бензинчика и погнал. Yes! New Driver какой-то такой крутой на баге вообще. Те, короче, какие-то слабенькие были в предыдущие гонки. Но он уже не новый драйвер. Ай, как он тяжело едет. А на баге я бы перепрыгнул. Да, баги легче просто. Надо мощности добавить. Second plate. Короче, там реально макс. Сейчас зарабатывай 2000 и покупай двигатель, потому что... что? Не, он уже 4000. Двигатель был где? А уже 4. Да? Дороже и дороже становится. Да. Поехали снова. Что-то тут какие-то супермощные эти участники. Ух, какой классный уровень. Но баги все равно впереди. Он точно не New Driver. Он просто забыл, наверное, себя назвать. Да. Их, он перепрыгнул, а ты почти. Давай, 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 давай. Да на автобус лучше меня. Он прокачанный. Мне кажется, когда автобусы так круто гоняют, это 100% не прокачанный.
Что-то там сделали. Не может быть базовый автобус так гонять. Есть. А нового пилота что, вообще не проехал гонку? Последний. 0-0. А я три... Он просто сидит там. Я 2+1. Слабенько. Или ты слабенько, или просто соперники очень крутые. Соперники очень крутые. Ну давай. Ну, ты двоечник. Не надо получать нулей. Так, и... Есть. Неплохо, неплохо. Давай, 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 давай. Есть, тут главное не застрять. О, мотоцикл упал туда. Баги, как оно так может? Как она вырывается вперед? А автобус как вырывается? И автобус, да 100% они все такие прокачанные, что вообще... О, я даже голова не достала до воды! А те все покупались, да? И третья. Ай-яй-яй, я думал будет вторая. Я тоже. Что там? Ква-ква-ква. Все, закончилось? Да. Ну что, мы задание выполнили. Что ты хотел сделать сегодня? Это... В этой игре? Купить Monster Truck. Да. Это сделали. Осталось теперь его прокачать и выигрывать у всех. Да. А те, которые ездят на автобусах и выигрывают у всех, это вообще приколисты, я считаю. Молодцы, ребята. А тебе дай пятерик, молодец. Monster Truck у нас. Вам, если понравилась гонка, поставь обязательно лайк, подпишись на канал Мистер Макс Плей. И всем пока! Пока! А мы прокачаемся, может покажем, что у нас получилось. Подпишитесь!